Отечество, язык и вера. За это грузинский народ боролся не одно столетие. 14 апреля в Грузии ежегодно отмечают День родного языка. Манучар Цуцанава рассказал, как его стране удалось подняться из руин. В тяжелое время для Украины они готовы поддержать и нашу страну. Я, пользуясь случаем, хочу еще раз подчеркнуть, что Грузия уважает и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках его международно признанных границ и выражает надежду на урегулирование ситуации в стране путем мирных переговоров. В завершение я искренне желаю всем скорейшего восстановления мира и стабильности в Украине и выражаю надежду на дальнейшее развитие нашей многолетней дружбы. В этом году специально приглашенным гостем стал доктор филологических наук Александр Мушкудиани. Кстати, у него украинское гражданство. За укрепление дружбы между украинским и грузинским народами академика наградили государственными наградами Грузии. Сейчас я стою перед вами и за мною. Вы видите стяги Грузии и Украины. Так было с тех давних часов. Так было тогда, когда украинцы приходили разом с грузинами, воевали за христианскую веру.